Они такие же красавцы, как и те, что были неделю назад. Они вторая семерка команд нового сезона Лиги Смеха. Встречайте! А я уже приехал. Ау! Это Лига Смеха! Лига Смеха! Как лекарство для души! Лига Смеха! Смех нам продлевает жизнь! Лига Смеха! Лучшая на свете! Лига Смеха! Да! В прошлый раз на этой сцене были 7 нот, в этот раз у нас 7 цветов радуги. Наши игровые тандемы веселые и, конечно же, яркие. Радужный енот, Ужгород и Владимир Дантес. Дурацкие. СМТ Полтава, Юрий Ткач. Наш формат Кам'янець-Подільський и Наталя Могилевська. Любимый город Харьков и Стас Баклан. Название команды «Город-город» и Игорь Ласточкин. Семья Чернигов и Гарик Биртя. И самый загадочный тандем игры – команда Джокер Хит Леджер и Надя Дорофеева. Я напомню, что на каждом этапе команда Джокер будет новая и, естественно, достаточно известная. Кто же это сегодня? Давайте вместе угадывать. Внимание на экран. Ну, я когда их первый раз побачил, то мне захотелось выйти перекурить. Да мне кажется, что этот коллектив вообще случайно попал в Лигу Смеха. При потрясающей образованности выглядит полными дебилами. Бивис и Батхед. Они делают с моими мозгами то же самое, что теща делает с моими мозгами. Вот один в один. Просто отбитые на голову люди. Да, если сравнивать их с группой, то они похожи на время и стекло. Там у одного вообще слов нету. Ну, я коли чую про цю команду, то я одразу згадую свою першу вчительку. Вона така красива. Я не был в гостях у этой команды, но мне кажется, если прийти к ним в гости, у них всегда накрытый стол. Ну что я могу о них сказать? Рэп читает лучше позитива. Ну давайте, кто там, что скажете? Жовтневый, что? Хоть бы кто интригу потянул. Дамы и господа, Хит Леджер, команда Джокер, Загорецька Людмила Степанівна. Я ще все розумію. Да. Діма, де пацани? Не знаю, да? Ну добре, хорошо. Загорецька Людмила Степанівна, вони з'являться. Так, поаплодуйте їм ще раз. Да. А порветься ли путь Джокера по сезону или нет, мы не знаем, но каждый раз с новым Джокером будет Надя Дорофеева. Ну, собственно, команды начнем. Слава Украине! Вперед за кулисы!